Из-за новой укладки самбурскую начали сравнивать с Бузовой автор 25-12. 2020-33-летняя Анастасия Самбурская не часто экспериментирует с образом, поэтому ее недавние изменения в образе не смогли укрыться от внимания многочисленных фанатов. К слову, звезда «Универа» выбрала довольно интересную укладку. Апостроф, закрывающая круглая скобка, точка с запятой, закрывающая фигурная скобка. Как правило, Самбурская отдает предпочтение естественному макияжу, периодически ограничиваясь лишь одним акцентом эффектными стрелками на веках, либо губной помадой яркого цвета. На сей раз знаменитость решила порадовать подписчиков на редкость смелым преображением. Настасья удивила поклонников не только интересной укладкой, но и несвойственным для нее макияжем. Она нанесла на глаза тени золотистого оттенка и подвела их лавандовыми стрелками. Скулы актрисы были подчеркнуты румяными бледно-розового оттенка, а весь образ завершен помадой цвета мокка. Впрочем, особое внимание стоит обратить на волосы знаменитости. Она собрала их в высокий пучок, но при этом решила оставить у лица несколько прядей. Не забыла Настасья и о массивных аксессуарах в виде серег-хулахупов. Результат своего преображения Самбурская продемонстрировала поклонникам, кокетливо подписав снимок «Мур-мур». Конечно же, свежие фото инстадивы произвело неизгладимое впечатление на ее фолловеров. Многие из них принялись делать Настасье комплименты. При этом нашлись и те, кто заметил, что в обновленном образе актриса уж очень напоминает другую отечественную звезду сети Ольгу Бузову. Примечательно, что девушки давно враждуют и недавно даже в Инстаграм публично обменялись колкостями в адрес друг друга. Самбурская никак не прокомментировала такие сравнения с оппоненткой. Апостроф, закрывающая круглая скобка, точка с запятой, закрывающая фигурная скобка.